Добрый день, с вами художественная школа Империя Пикчер, и сегодня я покажу вам, как нарисовать камыш акварельными красками. А если вас интересует тема рисования, то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других онлайн-уроков и наше заочное обучение. Заходите, рисуйте вместе с нами. Ну а мы начинаем. Начинаю я рисовать камыш с основной части камыша, с их как раз вот этой пушистой части. Ну как пушистой, сначала она не пушистая, а она сформирована в коричневый такой кокон. Далее мы рисуем стебелек камышу и после чего рисуем листья камыша. Я думаю, что все видели, как растет камыш, какие у него листики. Они достаточно просто рисуются. Это две небольшие дугообразные линии. Один листик у нас заходит на основную часть камыша. Убираем лишнее. Ну и в принципе все. Наш рисунок готов. Самое время переходить к цвету. Я начну с основной части камыша, с коричневой головки. Беру коричневый цвет. Коричневый должен быть такой, знаете, кирпично-коричневый, то есть рыжеватый немножко. И правую сторону камыша делаю сразу чуть-чуть потемнее, то есть небольшую заливочку. Слева камыш у нас светло-коричневый кирпичный, а справа он немножечко потемнее. Это наша такая первая заливочка. Также коричневым цветом я делаю основание или палочку у камыша. Теперь беру зеленый цвет. И зеленым цветом с желтеньким заливаю листья камыша. Аккуратненько, не спеша, работаем в границе данных листиков. Зеленый потемнее чуть-чуть, зеленый пожелтей. Здесь заливочку можно делать живописную, чтобы листики немножко, знаете, отличались друг от друга и не были все одинаковые, как забор. Поэтому я и делаю какие-то листики посветлее, какие-то немножко потемнее. Вообще, на самом деле, камыш, если вы его видели, то у него очень такие темные листья. Они больше, наверное, синевой. Мы сейчас еще усилим этот цвет. После того, как мы сделали первую заливочку, мы переходим уже на тени или на тон. Берем зеленый потемнее и начинаем уже затемнять наши листики камыша, делать их более насыщенными, более такими глубоко зелеными. Также добавляем немного зеленого на стебелек камыша. Особенно туда к низу. То есть у нас тут перемешивается коричневый цвет и зеленый. Обязательно кончик листиков делаем очень острый. Если вы хоть раз видели камыш, да, то об него вообще можно даже порезаться. И вот эти кончики, они очень-очень острые. Проходим. Делаем темнее листья. Аккуратненько кончик затемняем и основание. Также края немножко делаем почетче. И небольшой листик с правой стороны точно так же проходим. Темно-зеленый. Им делаем тени на ножке камыша, на его палочке. Немножко обводим, усиливаем тень под непосредственно головкой камыша или его основной частью и у основания. Теперь беру коричневый цвет и сейчас сделаю собственную тень, а именно близкое место к зрителю. Не дозаливаем к правому краю, оставляем небольшой рефлекс. Также этим темно-коричневым обвожу немножко левую сторону. То же самое делаю с правой стороной. Сначала левую обвела, далее сделала близкое место к зрителю в собственной тени и не оставила небольшой рефлекс с правой стороны. Также сделала потемней верхний хвостик на камыше. Темным зеленым завершаем наши листики. Кое-где мы их обводим, подчеркиваем. Особенно кончики. Также по краю делаем более темные такие линии. Наша задача сделать хороший, качественный, аккуратный рисунок. Замечательно. Подписываем нашу работу.
вашей подписью. И забыла я еще размыть близкое место к зрителю, немножко размываю, чтобы оно было побледней. Ну, теперь точно работа готова. Вот такой камыш у нас сегодня с вами получился. Но я прощаюсь с вами. До свидания, друзья. До новых встреч. Рисуйте вместе с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ну, вы сами все знаете. Можете присылать мне работу в Инстаграм. Всем пока!